Здравствуйте, дорогие! Надежда Разуваева и прогноз погоды на 14 мая. По республике местами дождь. Возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью от 0 до плюс 5, местами минус 4-9 градусов мороза. Днем от плюс 10 до плюс 15, местами до плюс 6. По центральным районам ночью от плюс 1 до плюс 6, днем от плюс 15 до плюс 20 градусов тепла. По южным районам ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 17, плюс 22. По югу даже до плюс 26 градусов тепла. Улан-Удэ. Ночью без осадков. Днем возможен слабый дождь. Ветер переменный 8-13 метров в секунду. Температура ночью от плюс 1 до плюс 3, днем плюс 17, плюс 15. Атмосферное давление будет падать до 705 миллиметров ртутного столба. 14 мая. 1835 год. Александр Сергеевич Пушкин написал свое произведение «Сказка о рыбаке и рыбке». Мы знаем эту сказку с детства. Я думаю, чем велик этот поэт, писатель, тем, что каждый в сказке ищет свою мораль. И эта сказка как никогда актуальна. Прошлые годы, буквально 2-3 года подряд, ставили во многих театрах именно сказку о рыбаке и рыбке. О том, как корыстная старуха все хотела больше и больше, о том, как добрый дед, который не хотел ничего для себя, а только для ближнего своего, каждый подчерпнет что-то свое. Я думаю, этим и великий поэт Пушкин. Потому что в каждой строчке есть огромнейшая глубина. Давайте читать хорошие книги. Всего доброго, друзья. До свидания.